Семьи, трудовые коллективы и спортивные секции. Более 500 уссурийцев присоединились ко всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Она стартовала в эти выходные и продлится до 22 сентября. Так решили обратить внимание на снижение выбросов газов от использования автомобилей и сохранить чистый воздух в городах. Надо отметить то, что в Уссурийске все-таки есть достаточное количество парков. При этом Уссурийск является довольно-таки зеленым городом. Так что у нас есть на что посмотреть и подышать свежим воздухом можно. Старт акции в Уссурийске взяли на трех дистанциях. Участникам разместили маршруты 1, 3 и 5 километров в зеленом массиве. Бежать или идти пешком каждый выбирал сам. Главное — фиксировать свою активность в сервисе ВК-шаги и выкладывать публикацию в социальных сетях с хэштегом «Выбираю чистый воздух». Нету первых, нету последних. Все молодцы, все пробежали. Ведь идея данной акции «Чистый воздух», то есть привлечение внимания к экологии и использовать средства передвижения, альтернативные автомобили. На газовом, бензиновом или дизельном топливе. Реализация масштабного федерального проекта «Чистый воздух» проходит в рамках национального проекта «Экология», который 3 года назад запустил президент страны Владимир Путин. Уже 103 города присоединились к акции отказа от автомобилей. Вообще у нас у предприятия принцип такой, что мы работаем только на макулатуре, перерабатываем вторсырье, экономим деревья, бережем окружающую среду. Поэтому мы не могли пройти мимо этой акции и обязательно решили поучаствовать. В промежутке между 25 мая и 22 сентября в Уссурийске будут проходить забеги, велогонки и походы, чтобы показать горожанам доступность альтернативных средств передвижения в городе и за ним.